В основу праздника положен исторический факт – подвиг чеченских девушек. Событие, которое произошло в годы Кавказской войны в красивейшем селении Дадьюрт. Он славился храбростью и трудолюбием мужчин и благородством и скромностью женщин. Теплым сентябрьским днем отряды царской армии окружили селение. Защитники аула, мужчины, проявляли чудеса храбрости, но царские войска были поражены отвагой женщин. Бесстрашные воительницы, выхватывая кинжалы из рук погибших мужей, бросались в бой. Оставшиеся в живых женщины, захваченные в плен, во время переправы через терек, не желая переносить унижение в плену, бросались в бурные воды терека, унося с собой царских солдат. В тот день они еще раз доказали, что чеченских женщин отличает не только покорность и верность, но и невероятная сила духа.